Международная геологическая конференция за время своего существования объездила уже немало государств. В этом году встреча, посвященная щелочному магматизму Земли и месторождениям стратегических металлов, прошла в Апатитах. Этот выбор ученое сообщество сделало не случайно. Геологический институт в этом году стал местом проведения конференции, на которую съехались ученые из 12 иностранных государств и отечественные специалисты. Официальный язык встречи – английский. I'd like to thank you very much for the interest of this conference. We highly appreciate it. Apples. Апатиты выбрали местом проведения этой значимой конференции не случайно. В Апатитах мы, так сказать, организуем уже второй раз вот за эти 30 лет. Дело в том, что именно в Апатитах располагается рядом вот это Хибинское месторождение с уникальным апатитовым месторождением, которое является самым крупным магматическим месторождением мира. Пожалуй, главное значение подобных съездов – это возможность поделиться самыми последними достижениями в области науки на международном уровне. Здесь участвует международная группа, так называемая Critical Metals, в которую входит Канада, Великобритания, Чехия. В этом году мы с ними объединились, потому что очень много общих задач. И знания о редких металлах развиваются очень быстро. И чрезвычайно важно ежегодно собирать и знать эту информацию. Кроме докладов и пленарных заседаний, участников трехдневной встречи ждут экскурсии по рудникам и фабрикам акционерного общества «Апатит», поездка в Ковдор и посещение Лавозерского лапаритового карьера. Это выездная, практическая часть конференции, крайне важна для специалистов. Очень важно видеть месторождение. Если кто-то не видел лапатитовых месторождений Хибин и специалист в этой области, это не специалист, это невозможно себе представить. В Ковдор нужно обязательно съездить специалисту, потому что не видеть Ковдора и считать себя специалистом в этой области тоже невозможно. Здесь надо очень много видеть, постучать молотком, сделать анализы, и вот буквально повертеть в руках перед собой. Опыт, накопленный международным ученым сообществом в Заполярье, пополнит копилку развития современной геологии.